Йога, с вами Шмаги, мы продолжаем родить игру по названию Vigil. Окей, мы с вами в прошлой серии убили какого-то вулканического челика. Из него нам выпал еще один кристалл. В принципе, все. Так, окей, что здесь вообще есть? Спуск вниз есть. Что тут за место? Как мне туда попасть? Кажется, я понял, как туда попасть. Так, инвентарь. А вот мне еще дали. Нисоновое пламя, заключенное в комплоте, после удара о землю разлетается на обжигающие горячие осколки. Но это лучше, чем защита. Призывает огром... Не, это худше, чем защита. Призывает огромную руку, которая наносит врагам перед вами урон огнем. Также может открывать двери с символом огня. Интересно, какой урон у этой руки? Ну, представим, что у меня еще нету третьего прыжка. К примеру, да? Где мой третий прыжок? Почему-то мне такое предчувствие, что это вообще не то место. Просто иду непонятно куда. Так, окей. Допустим. Понятно. Вот эти на ножик. Ядовитые стрелы. А, это выход. Thank you.
Ну, телепортируемся сюда сразу. Рука у нас есть. Дверь мы откроем. Насчет все-таки прыжка тройного здесь нету. Походу. Походу здесь его и не должно быть. Так, вниз. Вниз. А, да, все-таки так. Давайте думать, где у нас было закрыто. Где у нас было закрыто? Ключ шахтер у меня есть. Вон наверху что-то есть. В самом верху. Тогда это мне в лагерь нужно будет возвращаться. Да, вспоминать, где еще руки эти были. Так, ладно, ставлю на паузу и идем в город. Так, какой-то мужичок. Эй, сударыня, я пройду дом. Уверен, что ты, красавица, нужно место для отдыха. Может быть. За 10 миллионов монет я уступлю тебе свой дом. Что скажешь? Нет. Может, в следующей жизни? Не сдавайся, ты сможешь платить частями. Что ты имеешь? Что ты темнишь? 10 тысяч монет. Плати или уходи. Ах, моя пенсия. Ну, блин. Ладно. Вот твои монеты, но я хочу знать всю правду. Не знаю, о чем ты. Это не твой дом, верно? Откуда ты... Ладно, я живу тут 50 лет, никто не заявлял права на дом, поэтому теперь он мой, ясно? Мне нужен, так, собственный уголок. Как раз хотела нанять человека, который содержал бы дом в чистоте в те дни, когда я уезжаю из города. Благослови тебя, богиня. Заходи же, заходи. Минус косарь 10. Ков. Блин, а потом на заточку нужно будет собирать. Ладно. Я нашла украшения для дома. Поможешь их расставить? Конечно. О. Шкаф. Камень. Так, еще один предмет. Нифига, камень летающий. Короче, еще какие-то два монумента нужно найти. Что мы там еще по сюжетке не дали? Ключ. Я не знаю для чего. Ладно, просто посмотрю по записям. Шахтер Энвер вернулся в шахту лагерь. Благодаря просит меня помочь выжившим собрать наружу. Он сильно волнуется за Эдгара. Так, получила холодную окраину. Что будет, если использовать ее у врат на ту сторону? Проще найти Оврину в деревне. Аврору.
По морякам мне доставишь шкатулку для украшений из его дома в затопленной земле. Слизь. Так мы же отдали. Не? Я дал Дрю немного денег, нужно будет навести его еще раз. Кто такой Дрю? Городской зал Майи. Короче, ясно. Ищем. Ищем. Художника можно будет сейчас зайти. Не, давайте, короче, сначала в замок. Так, у тебя что-то какие-то новости для меня? Ты видел объявление? Мы набираем добровольцев патрулировать кладбище. Поголовье монстров за городскими стенами стремительно растет. Особенно много скелетов на кладбище. Надо разобраться с ними, пока ситуация не вышла из-под контроля. Принесешь 10 тазовых коси, и я выдам награду. Как по мне, работенка не из легких, а? Не из тяжелых. А? А ничего, что я в прошлой серии продал 10 штук? А? Пиздец. Ну, пойдем, а что нам делать? У нас варианты есть. Как раз по пути к художнику заскочу. Зачем я сюда зашел? Это ж наш дом. Пойдите в таверну. Тяжело тебе приходится в затопленных землях. А теперь знаешь, на что способно море. Так, город с каждым днем все более и более сходит с ума, мне уже еще выпить. Пожалуйста, брось это письмо в море. Это ужасно, люди так страдают, из-за чего мы? Это правда болезнь? Или нас прокляли? Так, я в комнатах лутал уже, да? Хам. Железная лебарда. Блин, мне еще не хватает одной картины. Какой ужас. В внешней комнате никто не живет, но иногда тут доносится гром. Хочешь сказать, у нас не осталось соли? Простите, рынок закрыт, из-за чего мы? Идиот, почему раньше не сказал? Советую с этим до ужина разобраться. Иначе куда тебе придется? А мы разве тогда сюда не ходили? Лол. Кажется, у вас проблемы. Если я не найду соль, мне конец. А где ее можно найти? Я знаю где, но это очень опасно. Рассказывай. Надо убить монстров снаружи, они роняют соль, когда дохнут. Убить монстров, чтобы добыть соль? Я сотни монстров убила, но соли в них не было. Что? Монстры? Источник соли в моем мире.
Ну, вы поняли, да, о чем я же говорил, то что-то наподобие Souls of... Короче, когда мы убивали, нам давали соль. В мире, откуда ты родом? Говорят, в канализации под мостом Майя. Что на дороге к источнику подземной вод можно найти монстры из моего мира. Может быть, у них соль. Что скажешь? Попробую. Спасибо. Ты моя единственная надежда. Джейпс безрассудный мальчишка. Ему еще много надо научиться. Как можно готовить без соли? А вы поняли, в чем прикол? Короче, посмотрите, у меня где-то игра есть. Что-то, короче, души и соли. Там еще все выглядит очень так картонно. Именно модельки персонажа. Спасибо тебе за помощь. Я же и скоро увижу Клея. Мне нечем тебя отблагодарить, но я могу рассказать историю, которую знают только мы, шахтеры. Хочешь послушать? Давай. Мик был особенным. У него было чутье на камни мерцания. Он легко их находил. И кое-что из найденного себе оставлял. Однажды Фишер услышал, как Мик хвастался своей удачей и заставил его отдать клад. Но мы уверены, что Мик отдал Фишеру не все камни, что у него были. В самый разгар рабочего дня он частенько наведывался в общежитие. Выглядело это странно, но мы так ненавидели Фишера, что никто на Мики не жаловался. Если я прав, пусть лучше эти камни достанутся тебе, чем попаду в лапы Фишеру. Уверен, Мик со мной был согласился. Окей, то есть я еще что-то найду. Пер жив и невредим. Мы встретились в таверне. Это чудо. Походу я сейчас пойду в канализацию, как раз проверю парнишу. Давайте, ладно, с той стороны. Короче, я буду запускаться, когда что-то найду. Опа, смотрите, первая находочка. Здесь у нас место с рукой. Вот-вот тут-то. Канализация Майя. А, подожди, а я же тогда сюда не ходил? Нет, не ходил. Что-то новенькое. Мне интересно, какой монстр будет из того мира. Он вообще по мне попадает, интересно? Тут чувство, когда ты просто... Почему я вообще упал? Выход куда-то. Электрические вражины. Изысканный полог. Так, а давайте, наверное, все-таки туда схожу, посмотрю, что там было. Это, типа, выход в шахту? Или куда? С
стрёмные звуки. А, там сейф был еще. Стоп, это катакомба. Блин, я думаю, а нахер они сюжетки? Ну, возможно, вот это и есть то существо, о котором шла речь. Да я не уверен. Давайте попробуем еще раз грохнуть его. Ну типа... Ну я такого не помню просто в той игре. Я помню, были рыцари, собаки, зомби. Первые враги там были зомби. Так, запомнил, короче, как... А это у нас... Ага, все, я вспомнил, что это за место. Подожди, ну, оно же тогда закрыто, да, было? Или все-таки открыто было? Главное, чтобы меня током в воде не ударило. Ага, тут тоже катакомба у нас. Угу. Блин, а золотая жила где у нас была с вами? По сути, я до портала дойду, да и все. Поэтому не вижу смысла идти пока что сюда. А что тогда поверху? Если здесь вход. О, тихо. Хоп-хоп-хоп. Там еще что-то... Почему враги в фикстурах? Источник подземных вод. Короче, понятно. Вот он, вот он. Да, это он. Там был этот чудик, я помню.
мешочек соли, да. А мешочки соли это было типа кристаллы душ, которые мы типа с вами ломали. И получали эти, как они называются, деньги вот эти. Игровую валюту. Не, вот это реально прикольно, типа такая пасхалка. И замечу, что она здесь не одна. А, то есть... Потом я сюда уже не прибуду, да? Короче, так я туда не попаду. Короче, прохода здесь нету. Я говорю, тут у меня должен быть тройной прыжок. Окей, там есть проход. Это сокращение пути. Это сокращение пути. Минут уже 20 минут. А я нихера не сделал в этой серии. Что-то новенькое. Как мини-сундуки какие-то. Да, в текстурах. Ну, атакуешь ты паука. Я не понимаю, почему... Эти херовины там находятся. Надо в какое-то логово иду, паучи. Честно, вот хер пойми, куда иду. А, давайте в левую часть пойдем. Давайте влево пойдем. Сосуд. Ух ты, что-то новенькое, инвентарь. Наносит урон и поглощает жизнь врага. Хм, типа сюрикена. Ох ты ж ё. А, короче, отсюда... Маленькие паучата вылазят, я понял. Почему это робот?
Так. Снаряжение. Давай вместо вот этого, допустим, колечко. Сокращает негативные эффекты. Хера там. Легендарная медуза обращает людей в камень один своим взглядом. Возможно, страх перед ее шуткой магии не вдохновила создателей этого кольца. Короче, ясно. Какое здоровое место? Мне интересно, мне точно сюда надо? Потому что этой локации даже тут не... А подожди, хотя... Все тут есть. Так, тогда что мы с вами делаем? Та-та-та-та-та-та-там. Окраины полетели. Ставлю на паузу, иду к поварам. Что там с монстрами? Вот твоя соль. Она очень свежая. Спасибо за помощь. Теперь и за дело можно браться. А то ведь люди снаружи уже проголодались. Эту сковородку я использую как новичков учу. Возьми ее в награду. Но это моя сковородка. Тебе она больше не нужна. А я помню, там тоже было оружие. Типа у нас там был класс-повар, и мы со сковородой начинали. Запачканная кровью сковорода. Однако видно, что до инцидента владелец обращался с ней очень бережно. Атака 56, поглощается в блоке, расход выносливости, урон в стойкости. Прикол. Ладненько, давайте, короче, мы с вами на этом закончим. В следующей серии мы отправимся в пещеры и будем там смотреть, что у нас вообще есть. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.